23 мая через Нарву прошла всемирная акция «Гармония начинается с меня», которая вдохновляет миллионы людей по всему миру. Акция прошла в виде пробега под названием «Гармония бега». Каждый член команды, которая состоит из граждан разных стран, по очереди пробегают в день более 10 километров. Эстафета сопровождается двумя машинами. Эстафета «Гармония бега» посвящена миру, международной дружбе и гармонии. Всего участники эстафеты пробегут 24 тысячи километров. В Европе эстафета началась 23 февраля, стартовав в Португалии, а финиширует 8 октября в столице Австрии, Вене. В Нару участники эстафеты прибежали из России. Официальная встреча прошла на Петровской площади. Затем бегуны отправили в сопровождении полиции в Нарскую Солдиновскую гимназию, где их ждало спортивное мероприятие. We are the one that stand for fullness of tomorrow's sun. Run, 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 run. What harm we run? Run, 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 run. What harm we run? We are the one that stand for fullness of tomorrow's sun. We are the one that stand.